Антонина, что там, интересно или нет? Антон, что там? Алло, пошли, бежим. Показывай, где они. Быстрее. Любишь играть в CSGO? Представляю новое приложение для смартфона – симулятор. Выполняй простые задания по типу посмотреть ролик или установить приложение. Зарабатывай баллы и на них открывай кейсы с реальными скинами CSGO. После всего в пару нажатий ты сможешь получить все вещи на свой аккаунт Steam. Ссылка на скачивание приложения в описании. Маньячок-призрак, ну а мы, собственно говоря, должны скрыться от него и выжить. Да, мы должны выжить. Подожди, смотри, давай это, типа, это необычное просто, понимаешь, что там... Жертвы. О, не... О, Саня, чё, маньяк, да? О, Антон, это офигенное место, в скобках, да, нет, в скобках, всё. Да. Я призрак этого дома. Уходи. И вы уходите за то, что... Он через пят... Он же выходит, всё, жопа меня. Тебе. Да не, нам жопа. Тебе жопа, не, нет. Я выхожу очень скоро. О, бабушкина тряпочка на телевизоре. Дурачок. Я вышел, и я буду беспощаден. Да иди ты сраку, спугаешь нас тут. Не спугай нас тут. Я что ли? Чё я сделал? А! Ты чё? Я знаю, где вы. И вы создаете слишком что? Много шума. Что он сделал? А что он сделал? Чё надо? Джонни вправо, Джонни вправо, Джонни вправо, слышишь, Джонни? Бежал. Чё надо? Джонни вправо, блин, слышишь? Я бегу, пошли, пошли. Саня. Сам сюда, выйдешь. Видишь меня? Вот сюда пройди. Сам выйди. Сань, да. Пройди, Сань, Джонни, пошли, ко пошли, мне. Пошли, 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 пошли. Сань, стой, стой, стой. Выходи. Выходи. Я помоюсь. Давай помоемся. Еще я Джонни. Помоюсь, Сань, я Джонни, помоюсь. Рука. Окей, спасибо. Ладно, я тебе вот все эти результаты. Джонни, ай, голову видно, дал, Джонни. А? Джонни, дурачок, голову видно. Я дал вам шанс. Вот так видно? Сань, все, меня не трогай. Вот так нет, как сейчас стоишь, нет. Ой, Зип! Пидораса! Что? Куда? Вот так и стой, только не шевелись. А ты смотришь вправо-влево, видно твою руку, она выпирает оттуда. В стенку жопой упрись и стань по центру. Где вы можете быть? Можете меня к себе впустить? Джон, немножко правей. А где они, так? Антон, расскажи. Вот, да, и не поворачивайся шанс. Ни в коем случае влево и вправо, я только не могу по центру. Это сказать, Саня, потому что они злые. Я знаю, где они. Ты не знаешь, где мы. Ты не знаешь, где мы. Я знаю, где мы, на втором этаже. Мы на втором этаже, Джонни, разве? Мы на втором этаже. Ты сюда зашел? Окей. Да, закрывай. А, блин, она сама не закрывается. Лол. А, граффити не хотите? Она с кнопки не закрывается. Вот мудак, бля, кто ты сделал? По-моему, маньяк сам нарисовал граффити. Вот же мудак, бля, я испугался. И Антон такой заднюю резко включил. Джонни, не поворачивайся, иначе если он зайдет, он увидит твою руку. Чё, ребят, весь его в одном месте сидит, да? Вы на каком этаже, я сразу говорить? На первом. На первом, то есть не в подвале, на первом. Да. То есть не в подвале, на первом. Я не знаю, на каком этаже, серьезно. Я тоже не знаю, мы сидим и боимся. Пустите меня к себе. Ну, знаешь, куда? Мы тут так все заняли уже. Мы сделали так, что мы на втором этаже. Все полезное пространство за... Данил на втором этаже, допустим. Я на первом. Но мы в одной нычке. Антонина, что там, интересно или нет? Антон, что там? Алло, пошли, бежим. Показывай, где они. Быстрее. Сань. Быстрее. Ай! Показывай, где они. Братан, ну чё ты? Косоглазая Харли Квинн. Антон, он у тебя? А вы же не знаете, блядь, конечно. Ныряем. Все, показывай. Он что, дурак, нашу ручку показывает? Он спалил нас, кажется. Антон, иди нахер. Антон, иди нахер. Зачем ты нычку нашу палишь? Да не спалит, не спалит у нас, не бойся, все хорошо будет. Да ты дурак, Саня! Я не хотел показать! Беги. Да конечно, да все, Джонни, зайди сюда, только нужно открыть так, чтобы она вовремя закрылась, потому что мы с кнопки закрыть ее не можем. Вот в чем проблема. Она багана, или она сама. Да она не багана, у нее просто секундомер, у нее таймер на закрытие и все. Сань, я тебе визуально. Да, значит, раз, два, три. Значит, раз, два, три, давай. Раз, два, три. Да сиди на жопе ровно, она закрылась пока. Пошли. Пиздоболы, блядь. Что?
Показывал. Беги, быстрее, быстрее, он полный. Куда ты тихо сидел? Беги быстрее, тихо. Ты не убежишь никуда. Антон, смертный. Только если он эту ночку сейчас зайдет. Пошел в жопу, Саня, не убил бы меня, помог бы. Где граффити? Мои заслуженные. В смысле, чем ты заслужил граффити? Сучки. Саня. Три минуты, Джонни, сиди на жопе ровно, окей? Что, Антон? Нет, Антон, не подсказывай ему ничего. А вы мудаки, бля, вообще. Куда бы мы тебя пустили, посмотри, видишь? Куда бы мы тебя пустили? Да если ты, конечно, из жидкого металла, то, конечно, да, ты бы залился. Да орали бы, и нормально все было. На нет, Антон, это ты меньше ори, меньше на поли. Каком вы этаже, ребят? Не скажу, ищи сам. Но если хорошо сделать, то Данил у нас на втором этаже, а я на первом. Ты чё, Джонни, как? Говоришь такое? Все нормально. Джонни, руку видно назад, Джонни, лапу видно. Вот так? Правее стань. И не вздумай поворачиваться, когда он будет заходить. Все. Здесь узенько, страшненько, вообще беспонтово. Общите свою комнату. Так черный или синий? Или какой? Это убийство. Как быстро задний дал. Это самоубийство. Слишком явную подсказку дали, Данил. Думаешь, Джонни? Саня, ну там, бля, там это, короче, помнишь, где меня убили? Тихо! Ну, короче, где-то... Антон, я ж тебя просил, пожалуйста, давай ты не будешь давать явных подсказок маньяку. Антон, давай ты будешь подсказки себя давать, но не наши, хорошо? Да. Ты можешь, блядь, не чёркать ножом? Не чвиркай ножом! Какого хрена? Вы вообще подсказываете? Ой, как интересно, когда не даете подсказок. Да чё ты... Так мы дали, хорошо. Чё ты орёшь-то? Сука! Да не пизда! Да не пизда! Сначала жалуется, чё подсказок не даёте, потом решил дать подсказку ему. Вот. Так, смотри, мы должны выжить. Это последний раунд, и у нас совсем мало времени. Что у тебя там есть? Что, реально классно или не очень? Только за собой это... Дань, куда ты побежал? Давай, давай. Вон. Запрыгивай. Запрыгивай. Всё! Закройся! А он знает об этом или нет? Не знает. Охренеть. Здесь никого нет. Ты вышел или нет, маньячелло? Я уже вышел. Я зашел в открытую дверь. Там много таких теперь будет. Что? Что? Кто-то шорка, что ты там нашел? Что там у тебя? Если ты сейчас пройдешь ко мне, то есть обратно сюда, то я тебе кое-что покажу, ты офигеешь. Да, сейчас приду, покажешь. Только ты понимаешь, я рискую своей сракой так сильно, что ты просто офигеешь. Я иду. Давай. Он ходит, я пришел смотри, сюда. Смотри на эту штуку. Только ага. Что-то это мне не совсем много чего дало, и мы сейчас сдохнем здесь вместе с тобой. Смотри, еще вот здесь вот как-то можно полезть. Нам жопа. А нет, не совсем жопа. Оно как-то открывается, подожди. А как оно открывается? Что открывается? Стой, Джонни, нет, стой, не убивай. Смотри вот на эту штуку. Я дверь закрою на всякий случай. Нет, смотри. Саня, что у тебя там происходит, Саня? Вон. Скажи, да, пойдем. Вон. Да вон, видишь, вот она открывается. Там дальше квантом сидит, короче. Ну меня выпусти за то, что здесь квантом воспалил. Охренительно. Повелся! Ты думаешь, ты убежал? Только вот проблема в том, что, Сань, вы на первом этаже или на втором? Ну что, Данила? Чего, Джонни? Нет, Джонни, не нужно умирать. Ну что, Данила? Вот это было цель. А вот эту дверь надо закрывать. Нет, и подавно. Дань, мой труп. Думаешь? Ты уверен? Мне вот тоже так кажется, что у меня жопа. Направо нужно было. Значит, что-то разок резану, ну, разок, ну же, разок резану, жопку тебя, ну что? О, красава, просто красава. Мудила. Кто я? Да. Песос вообще просто злобного монстра. Да тихо! Ты понимаешь, что я сейчас допрыгаю с картины, и мне жопа просто будет. Мудак! Ну что, бежим, господа? Да, Миша, нам нужно скрыться как можно быстрее, ибо Хеллдор-маньяк совсем скоро выйдет. Опа! Бежим! Ай, боже.
Это зомби-маньяк. Что-то я тут... Антон, ну почему ты сразу плагиатишь мои идеи? Я не понимаю, что с тобой не так? Потому что интересно стало залазить. Я скоро выйду. Антон стырил мою идею. О! Я застрял! Погоди! А ты чё? Где? Мудила. Тихо. И вправо... Да, да, не вот так можно залезть. Это проблема на самом деле. Нам нужно сидеть. Я знаю, где я буду сидеть. Да ну нафиг! Тихо, все, сидим здесь. Вообще, я еще и капитан Джек Воробей, господи. Я тебя сейчас порежу, слышишь? Да нормально все. Я тебя вырежу кое-что, мудила. Ау. Спасибо, что показал, куда нельзя идти, Антон. Я вышел. Антон, тебе жопа. Мне жопа. Мозги. Хотя у тебя... Вы что, прям рядом с ним были? Он вылез откуда-то, я ж офигел. Он тут справа с угла кота выходил. Бля. Сходу Антон погиб. Лазит, он на улицу вышел. Бегает, прыгает. Да, на улице он. Побежал по аллее, к собору побежал. Не понял. Справа от собора пошел. Откуда ты меня видишь? Я тебя отовсюду вижу, у меня топ-нычка. Откуда? В собор вошел. Ты в соборе. В смысле? Че, как там в соборе, Саня? Все хорошо? Наверх залез, упал откуда-то, там где Антон сидел, упал оттуда. В смысле, упал, не упал, я оттуда. Вот спрыгнул, стоишь на скамейке, смотришь в стену, тыркаешься, вышел из собора, пошел в правую сторону, залез на карниз, спрыгнул в окно, тыркаешься, мета в окне нет. Не спрыгнул я, вот сейчас только спрыгнул, да. Беги на выход, беги к выходу. Ага, чтобы ты меня обманул, нет. Я на выходе, если что, нахожусь. В смысле, ты гонишь, ты NPC был, ты упоролся вообще в конец. Это был не NPC, ты был под этими штуками. Под спидами? Ты, Саня, ты что опять принимал меня под этой лестницей? Нет. Ты под лестницей. Нет, меня под лестницей, не тыркайся в лестницу. Да. Антон, ты сюда смог залезть тогда? Ты там под домом, под храмом. Это ты под домом, а я на выходе. Окей, если там сейчас не будет, то ты гей. Официально гей. А если, я там, и ты меня не найдешь, тогда кто ты будешь? Не, пидорок, да, подзаборный? Я знаю, где Данил. Молодец. Ну, Данил. Он в той надстройке над церковью, да? Да! Красавчик, Миша, спасибо! Я смотрел там, что ты врешь. Так что, Саня, если я на входе, то ты меня не нашел. Вот, я на входе. Так. И что? Где ты? А граффити давай, где граффити? Где доказательство, что тебе тут есть? А? Нарисуй на... Не могу! Не рисуется! Да вон, видишь, на листике. Значит, you officially gay. You officially пидорок подзаборный. Officially. Officially? Просто ору с него, Миш, ты понимаешь? Он сначала тыркался под лестницу, надеясь на то, что я сижу там. Теперь он тыркается, короче, в какую-то недостройку, в какой-то бак. А где граффити на него, я не понял. Ну, я говорю, тут далеко от поверхности я нахожусь какой-либо, поэтому не могу. Нет, Саня, он не в арке. Сучка, где ты? Так ты побежал опять в собор. Справа от собора пошел. Че ты там, а за деревом стоишь? Не вижу тебя. Я же тебе подсказки на водки даю конкретные. Подсказку на водку. Ты, блэд, где? А где Саня вообще? Саня, ты где есть? А ты там развлекайся. Там тебе интересно должно быть. Да, мне тут офигенно. А нахуй ты спалился? Мне так сложно искать, Сань. Ой! Что это? Как это так случилось, да, Миша? Сам не знаю. Бляха-муха. Ой-ой-ой. Здрасте. Здрасте. Можно я к Данилу спрячусь? Данил, ты зачем слез? Залазь! Сиди здесь. Здесь страшно. Че там за звуки нахуй? Ты ждал меня, гаденыш, он ждал меня. Я слышу, такая секундная пауза. Если секундная пауза, это значит, что хитрожопит. Данил в могиле, вот какой из. Значит, на входе. Он откуда-то со стороны...
Блюха-муха, ты что, дурак, что ли? Ебан, скример сраный! Да ладно. Согласись, было эпично и угарно. Если ты хочешь больше таких угарных режимов, не забудь поставить лайк для продолжения и написать, стоит ли снимать такое или нет. Не забудь оформить подписку, нажав на замечательную красную кнопку под видео для того, чтобы не пропустить новые и угарные видео. Ну а с вами был Квантум, не прощаюсь.